Привет, друзья, это Выживатор, я продолжаю выживать в игре The Souls Project. На данный момент прожито 72 дня и обнаружено 57 локаций из 60, совсем немного осталось. Но мой подписчик, который много подсказывал по ходу игры, сказал, что я не заметил одну комнату, видимо, потому что я отвлекся на сферу, которая привлекала мое внимание, и активировал ее несколько, наверное, раньше времени. Но, потому что там есть еще где-то под лестницей кнопка, которую можно нажать и таким образом открыть дверь, которая открывает еще следующую дверь, и, как он сказал, это того стоит. Я буду надеяться, что это того стоит, потому что там ведь эта чертова аномалия, и я не знаю, смогу ли я мимо нее как-то пройти или нет, но попробуем. Я немного остудился заранее, потому что там очень жарко. Подойду, сохранюсь, будем надеяться, что все получится. Вот она там бегает. Но она не умеет по лестницам подниматься. Вот где-то там, я так понимаю, должна быть эта штука. Черт, как мимо нее пройти-то? Но можно попробовать телепортироваться, наверное. Вон, кстати, я вижу что-то вроде ловушки или... Или, может быть, это кнопка? Вон она бегает. Я не знаю, как ее обойти, но, блин. Давай попробуем. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Я попробую воспользоваться телепортером. Если меня она зажмет, то я смогу... Кстати, я же здесь был. Я смогу телепортироваться туда и обмануть ее таким образом. Так, тут я был. Вот, надо посмотреть, куда она пойдет. Куда она пойдет? Вот она поверху пошла. Она чутко реагирует. Я двигаюсь, она пытается в какое-то другое место пойти, похоже. Так, вот, ну почему же я не могу? Почему же я не вижу-то ничего здесь? Никаких кнопочек я тут не вижу. Так, а у меня перегрев мощный. Срочно. Пошли, 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 пошли. Так, отлично. Обмануть-то ее можно, конечно. Поднимусь я наверх и попробую немножко охладиться. Она, кстати, нет, она по лестницам умеет подниматься. Просто не всегда понимает, где лестница. Поэтому я повыше поднимусь. Разложу охладители. Она идет сюда, да? Нет, нет, она не идет сюда. Не может понять, как добраться. Ладно, это хорошо. Может быть, где-то здесь. Кстати говоря, открывается. Я не знаю. Надо будет посмотреть. Давай попробуем, во всяком случае, надо же ее все равно как-то отвлечь. Да, и стрельнем отсюда. Беру сферу. Вон она идет сюда. Быстро, быстро, быстро уходим.
Ага, вот кнопка, точно. Давай. Отлично. Телепортируюсь. Побежали отсюда. Блин, как я мог эту кнопку заметить вообще? Она гонится за мной. Бежим, 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 бежим. Ловушки, ловушки. Ой, не туда. О, она летает. Обалдеть, она умеет летать. Нет, нет, не умеет. Отлично. Ладно, бежали отсюда. Так, я открыл вообще-то дверь. Бежим быстрее. Как же мне сюда попасть так, чтобы меня здесь не схавал этот дрянь? Так, она за мной идет. Быстренько светим здесь все. Ищем, здесь где-то должна быть кнопка. Когда она сюда придет, я телепортируюсь обратно. Хорошо, что у меня есть телепорт. Так, здесь я не вижу, как. А, как здесь, что тут надо нажать? А, за левой или за правой колонной он говорил. Вот. Отлично. Так. Идет сюда, да? Здесь нет ничего. Хорошо. Сейчас осталось мне только ее обмануть и мимо нее пробраться. Приготовлю на всякий случай телепорт. Бежим, бежим сюда, бежим, бежим сюда. Все, хорошо, хорошо, я прошел. Отлично, давай, давай, бежим, бежим, бежим. Обманул я ее. Ну что ж, это, по крайней мере, было весело и адреналиново. Хотя, конечно, это все лучше делать, несколько по-другому. Заранее. Время наполнить мои бутылки. Так, уходим отсюда быстренько. Ну что ж, это было круто. Сейчас немного остыну, отдохну, восстановлю здоровье. Перекусить надо еще. Так, только один момент. Я туда, конечно, убежал, но мне же не в том направлении. Мне придется вернуться. Надо понять, как туда попасть. Я могу, в принципе, попробовать бросить телепорт вот туда вниз. Вон она бесится вообще, бедолага. Я вообще не очень помню, как я туда попал. Вроде бы... А, вот оттуда, да. Попал я вот оттуда. Там еще ловушки были. О! Что интересно, смотри, она не выдержала, взбесилась, видать, и смоталась. Быстренько, быстренько, быстренько. Идем сюда. Спускаюсь. Давай, давай, давай. Все, отлично. Факел, конечно, зря я взял. Здесь скорее охлаждающаяся сфера мне пригодится. Я спускаюсь дальше. Нормально, обманул ее. Чуть-чуть, пока живем. Чего не сделаешь из любопытства, да?
Фух, вышли. Надо запомнить, что подниматься лучше вот здесь. Так. Тут ничего. Так, вот здесь ловушки, нужно быть осторожным. Побежали. Опа, упал я. Да. Так, немножко остыну заранее и полечусь. Все. Сильно остыть не получается. Не удалось особо понизить температуру даже. Ну ладно. Буду надеяться, что все я сделал правильно. И теперь можно телепортироваться вниз. Черт, здесь очень жарко. Ух ты, я... Причем я очень сильно обжегся. И нифига не вижу. Так, это плохо. Кладу здесь сферу, потому что я нифига не вижу. Я могу на ловушку какую-нибудь попасть. И снова лечусь. Как же так? Там такой камень горячий или что? Я же... Там же не было лавы. Ладно, заодно, по крайней мере, можно будет неплохо так остыть, я думаю. Может быть, даже если повезет, немножко подмерзнуть. Блин, что я делал бы без этого черепа, а? Это же обалдеть. Если никаких аптечек бы никогда не хватило. Все равно 37. Ничего не помогает. Жутко потею, судя по всему, потому что просто бесконечно хочет пить. Наш кижой. Так, вот как раз решетки, которые я открыл. Надеюсь, здесь не очень жарко. Ничего, блин, что такое? Слоны какие-то. Это что у нас тут? Надеюсь, там не лава. Попробую на этот кубик запрыгнуть. Ага, просто кубик, ничего особенного. Ладно. Ну что ж.
Постоянно что-то гремит. Слоники. Слоны, египетские статуи каких-то мифических существ. Что-то вроде сфинкса египетского, да? Что говорит о... Ну, наверное, о том, что они... Вот эта древнегреческая ваза. О том, что, скорее всего, это экспонаты земли. Видимо, какой-то корабль привез образцы. Либо какие-то объекты, например, могли как раз там и появиться. Кстати говоря, вот похожие статуи я здесь видел тоже, на этой планете. Возможно, это были их образы. Кстати, вон там наверху что-то есть. Непонятно, как туда подняться, но надо попробовать. Итак, это майя. Не знаю, что это такое. Возможно, календарь майя или что-то вроде этого. Так. Есть артефакт. Артефакт повышает здоровье. Ну хорошо, прекрасно. Здесь, кстати, не так уж и жарко. Здесь можно было бы даже немножко отдохнуть. Но я пока не буду отдыхать. Да и думаю, не буду вообще здесь отдыхать, потому что там есть дальше зона отдыха нормальная. Я быстренько пройдусь здесь, что посмотрю, может быть, я что-то не заметил. Может быть, какие-то еще кнопки или секреты. Нет, ничего подобного. Так, а вот сюда хорошо было бы как-то попасть. Но как попасть? Допустим, сюда запрыгнуть. А дальше-то что? Там вот какая-то комната. Комната, причем эту комнату отсюда вот не видно. И сюда не попасть. Ну, давай попробую вот так. Не знаю, может получится что-нибудь. Опа. Так, попробуем в прыжке. Оп. Почти. Почти получилось. Вот. Чуть-чуть поближе подойду. Отлично. Опять мне жарко очень, блин. Отлично. Не зря сюда попал, похоже. Итак, тут как что-то вроде погребальных урн и... Что это? Утерянный артефакт. Урта. Улучшает стойкость ко всему. Прекрасно. А здесь я, пожалуй, немножко охлажусь. Охлажусь, подлечусь. Съем вот это целебное средство. Все равно от него толку особо нет. Все, максимальное здоровье у меня. Ух ты. Тут даже сыпется с потолка что-то. Периодически приходится остужаться. Это, наверное... Ну, наверное, не очень интересно смотреть. Да и мне как бы не очень нравится то, что приходится постоянно делать паузы. Крутотенечка вообще. Круто все это смотрится.
особенно сверху. Дыщ. Ухожу. Ну, теперь самое сложное, наверное, будет вернуться обратно. Знаешь, о чем я подумал сейчас? Пожалуй, мне надо сохраниться, потому что есть шанс, что я отсюда с первого раза не смогу выбраться. Давай, вот как-то вот так. Встану. Час. Землетрясение. Немножко даже понижу температуру, чтобы проснуться. Да блин, постоянно, прикинь. Даже спать здесь не могу. Постоянные землетрясения. Что, ты не можешь во время землетрясений спать, да? Это ужасно. Так. Это плохо. Ладно. А здесь? Нет, он не может. Ладно. Попробую выбраться. Ну, блин. Это очень опасно, мне кажется. Как вообще? Как отсюда вылезти? Ну, отсюда я не поднимусь, точно. И камни тут горячие, похоже. Мне придется каким-то образом вот здесь телепортироваться, блин. Если я правильно понимаю. Черт, не уверен, что это того стоило. Но делать уже нечего. Поэтому пойдем над лавой. И главное не упасть теперь. Идем. Ну да, здесь я вряд ли прошел бы. Не думаю. Ай-яй-яй, не падай. Так. Я тут поджариваюсь, мать вашу. Даже вместе со сферой я не могу здесь охлаждаться никак. Но в крайнем случае придется отходить назад. Вот уже проблема со здоровьем. Но это, в принципе, ожидаемо, потому что здесь просто ужасно жарко. И не знаю, как вылезти теперь. Спать я здесь еще не могу. Это, блин, все осложняет. Кстати говоря, что-то вроде лежанки даже, да? Или, ну нет, или стол какой-то. Попробую здесь пройти, может быть, я смогу что-то активировать. Здесь ничего нет.
Там наверху тоже ничего не было такого, что могло бы мне помочь выбраться. У меня вода заканчивается, да? Ну нет, вода еще есть, все в порядке. Попробую, наверное, как-то вот так пройти, может быть, получится. Очень жарко. Да, я вижу. Может быть, как-то вот так. Тихо. Отлично. Что, опять проблемы со здоровьем? Мать вашу. Где вода? 40 градусов. Я сейчас сдохну. Это жесть. Уходим. Поспать не могу, вылезти не могу. Короче, лафа вообще. Охлаждаемся. Надо охладиться так, чтобы прям замерзнуть. Потому что там просто жуткая температура. Все усложняется тем, что я не могу использовать сферу. Мне приходится использовать телепорт. Но вода есть пока. Если я сейчас не вылезу, то, наверное, придется грузить сейф, потому что я не могу. У меня скоро может кончиться и вода, и еда, и спать уже скоро захочется. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Вода, конечно, быстрее закончится. Наверное, не зря постоянные вот эти метеориты, чтобы метеоритное землетрясение, чтобы здесь никто, не дай бог, не сохранился и не остался навсегда. Так, 36 градусов. Буду до промерзания ждать. Особо ничего не меняется. Организм борется с переохлаждением. Да и не так уж и холодно, чтобы... Но я могу, кстати, вот еще третий кристалл. Или даже взять его вот так в руки. Минус 22, это уже серьезнее. Хотя, не сильно. Было бы здорово, если бы здесь была какая-нибудь, ну, например, в той комнате была бы какая-нибудь кнопка, которая бы открывала какие-то лестницы и так далее, потайные пути, через которые можно было бы пройти, но я их не вижу здесь. Ничего подобного. Я не представляю, как вот по этой пологой штуке можно подняться. Я, в принципе, здесь не представляю, как здесь можно пройти. Если только вот туда, потом туда, и как-то телепортироваться, но, боже мой, это же жесть. Ну, попробуем, что? Попробуем. Я не могу подняться.
Так, получилось же. Так, я, в принципе, могу, знаешь, как сделать? Вот так, допустим, кладу. И уже будет чуть-чуть полегче. Но главное потом не забыть. Не оставить ее тут. Хорошо, что они бесконечные. Так. Во, отлично. Забираю и телепортируюсь. Обратной дороги уже нет. Если я здесь не смогу пройти, то все. Так, здесь что у нас такое? Ничего. Температура тела поднялась. Может быть, я могу вот здесь как-то немножко остыть. Не знаю. Попробую. Не укатывается. Отлично. Хорошо, что она не круглая. Какая температура? Минус 24. Прекрасно. Шанс есть. Я бы, если бы мог, здесь даже сохранился, но я не могу. Поэтому придется воспользоваться телепортом и как-то здесь перепрыгнуть все это дело. Тут надо еще искры, блин, летят для полного счастья. Поджарюсь я тут вообще. Да, такого еще не было у меня. Это, пожалуй, не хуже какого-нибудь метеоритного дождя. Любопытство сгубило кошку, как говорится. Я вижу только один вариант. Забираемся сюда, сюда. И в тот момент, когда искры отсюда не летят, телепортируюсь туда. Хотя, в принципе, в любой момент. Главное не сгореть. Главное все это сделать быстро. Сейчас немножко еще промерзну. Можно будет двигаться дальше. Хорошо хоть, что у меня две сферы. С одной сферы я бы здесь не выжил, реально. Это было одно из самых правильных решений сделать вторую сферу. Можно было бы третью сделать, я бы третью, наверное, сделал. Скоро начну страдать от усталости, поэтому нужно отправляться в путь. Там, кстати, тоже что-то есть. Давай-ка попробую туда. Непонятно. Похоже, она упала куда-то. Так, вот это стоит, хорошо. Может быть, отсюда можно пробраться, я вот так думаю. Нет, не похоже.
Отлично. Только не упади, ладно, родной? Вот так. А теперь начинаем телепортироваться. Ну, отлично. Немного остужусь. Ну, Бибджус, ты мне подсказал, конечно. Я уж не знаю, как отсюда выбираться теперь. Это просто же скач какой-то. Вода заканчивается. Но я думаю, что надо подождать все-таки до 36 градусов, потому что это чревато. Чревато потери здоровья и так далее. Я еще боюсь уронить сферу. Хорошо, хоть она не круглая, блин, иначе был бы пипец. Опасаюсь выкладывать вторую сферу. Это было бы, конечно, хорошо. Я бы мог лучше, более эффективно остывать. Однако это большой риск. Она может укатиться и упасть. Поэтому я не буду так делать. Сохраниться здесь невозможно, поэтому... Вариантов немного. И на ошибку у меня права нет. Все. Отлично. Так, а здесь... Ну, я попробую, наверное, сразу ва-банк. Не думаю, что я здесь мог бы допрыгнуть нормально. О, отлично. Я уже близок. Великолепно. Отходим. Ух ты, слава богу. Надеюсь, там все в порядке. Отлично. Ух, 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 ух. Ура, я выбрался. Так. Убегаю отсюда быстрее. Возьму холодную сферу и побежали в зону отдыха. Это было весьма хардкорно, на мой взгляд. Так, что тут написано? Бездна судьбы, да уж, судьбоносную ошибку можно здесь совершить. Если бы не было вот этих камней, отсюда бы, наверное, вообще невозможно было выбраться. Так что хорошо, что они есть. Давай, давай, быстрее, чё так медленно-то? Побежали, побежали. А, и знаешь, я хочу посмотреть. Хотя ладно, неважно, уходим. Нет. Я хочу пройтись еще по тем комнатам по двум причинам. Во-первых,
Я думаю, а может быть я могу найти еще одну сферу, например, где-то. И во-вторых, в дневнике указано, что я не все записи Одиссеи нашел. Одной не хватает, поэтому надо бы посмотреть. Может быть, здесь я могу еще что-то найти, чего не заметил ранее. Это я видел. Это я видел. Так, здесь их 16, кстати, да? Здесь их 16, а там указано... А, ну все. Да, вот одна, видимо, просто не засчиталась она, и все. Теперь все открыты, это прекрасно. Больше сфер здесь нет никаких. Вот так выглядит ад. Нет, не похоже, что там что-то есть. Хотя, подожди. Нет, это просто какая-то вазочка. Ладно, валим. Я думаю, что сейчас я отдохну и продолжу уже в следующем видео. Кроме того, не буду тратить ваше время на просмотр того, как я выбираюсь из этого места. Я в прошлом видео уже выбирался отсюда. Смысла в этом не вижу. Поэтому на этом в любом случае лучше будет остановиться. Что ж, было довольно интересно мне, по крайней мере. Началось все довольно экшонного, так довольно адреналиново, с побегушек от необычной аномалии, которая вылезла из сферы. Хорошо, что она медленная, иначе кранты бы мне пришли. Ну а дальше попрыгушки над огненной лавой, это тоже, конечно, было очень впечатляюще. Персонаж уже хочет спать, хочет остыть. Ну и покушать, попить надо и так, и тому подобное. Поэтому на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Если видео действительно вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого вдруг еще не сделали. Нажимайте колокольчик и до встречи в следующем видео. Пока!